война, которая сейчас застигла меня, она зацепила моего сына. А в каком смысле? Что с вашим сыном произошло? Его убили. Сейчас? В каком городе? Город Харьков. Сколько ему было лет? 23. Просто 23. Вы понимаете, у меня переполнение чувств. Вместо сына он хочет пойти. На тот момент, когда он мне говорил, говорит, папа, все плохо, все очень плохо. Но мы держимся, все хорошо. Мальчики, не едьте сюда. Вам будет смерть. Вы убили моего сына, я убью вашего сына. И это будет непрекращенная вот эта вот херня, понимаете? Вообще не приезжайте сюда.